сейчас сделал удивительное открытие, поразительно очень. Оказывается, телефон нас прослушивает. Смотрите, начинаю записывать экран. Микрофон не включен. Открываю Яндекс, и сразу же загорается индикатор, что микрофон включен. Этот желтый индикатор говорит об этом. И доступ к микрофону Яндексу требовался еще до появления Алисы. Многие искренне не понимают, почему им попадает реклама того, что они еще не забивали в поиске, а просто обсуждали со своими знакомыми. Как узнает браузер, что они хотели купить? Браузер слушает то, что вы говорите, и выдает вам потом рекламу на основании ваших слов. Поэтому делайте выводы, будьте аккуратнее и берегите свою личную информацию.